Расскажи, как вообще начинался твой творческий процесс, как ты готовился к конкурсу, кто помогал? Помогали мне мои друзья, однокурсники, дядя помогал вот, с замораживанием воды, да. Я как бы зашел в группу DFM ВКонтакте, увидел информацию, рубка за iPad. Ну, решил, чем я хуже, рублюсь за iPad. И вот так вот все началось. Так все началось. Как дальше все происходило? Дальше все происходило, как бы был, не было снега, как бы вот, вот в ноябре вот не было снега. Мы решили замораживать воду. И мой дядя предложил, давайте заморозим воду. В больших кастрюлях заморозили все. Из стаканчиков, вот, первая идея была. А как было в условиях конкурса, обязательно снежную бабу делать. Вот так вот. Ясно. Как долго вообще всю эту работу ты проводил? Ну, по времени сколько это примерно заняло? Недели две. Вся работа заняла. Вот. Делал вот из стаканчиков, скреплял степлер, вот это вот. 800 стаканчиков ушло только на этот. Ну, как бы, вода тоже потратилась, да. Ну, вроде так уж и все. Наверное, нарядили ее так красиво, леди нашу. Олечку мы назвали. То есть, чей диджей Олю вы назвали данную снежную бабу? Да. И вообще, так как ты еще официально-то не победил, вообще расскажи, что будешь делать со своим новеньким четвертым айпадом с Lightning коннектором, с Retina дисплеем. Если ты вообще вот выиграешь, офигенный, да. Выпадет у тебя такая возможность. В первую очередь я его заряжу. Вот так вот. Логично. А потом? Дальше там, ну, как бы там, если в дальний куда-нибудь путь поеду, там возьму с собой, там, покер сыграю, что-нибудь такое там, ну да, там программы, там, в технарь, там, что-нибудь такое.